Всем привет, с вами Арсений, магазин Tupamp. И в данном случае мы посмотрим, рассмотрим небольшой такой аксессуар для лодки ПВХ. Это ручка. Многие ее называют кормовая, носовая ручка, рулевая ручка. Называть ее можно как угодно. Могу сказать, что это мягкая эластичная ручка, выполненная сама ручка, выполнена из материала ПВХ со вставкой. Основание данной ручки у нас выполнено из полиамидного материала эластичного, который можно зафиксировать данную ручку в любом месте на вашей лодке. Она согнется под тот образ, который вы ему поставите. Размер данной ручки у нас получается, максимальная длина у нас 25.5 сантиметров, максимальная ширина у нас получается 9 сантиметров. Ну, высоту, я думаю, тут смысла нет замерять, так как ручка может быть как и 5 сантиметров, так и 1 сантиметр. Понравилось видео — ставьте лайки, оставляйте комментарии. Интересуют вопросы — задавайте. Заказать данную ручку можно у нас на сайте. Меня зовут Арсений, рекомендую.